Мы что-то тут я забыл. Да. Собирайся. Чтобы выбрать. В твоем экзо установлен овердрайв. Используй его, чтобы получить тактическое превосходство. Батарея овердрайва садится очень быстро. Используй его с умом. А че он желтый здесь? Когда будешь готов, займи позицию. Мичел, начинай. Жди сейчас. Так, куда? Давай сюда. А что делать, я что-то прослушаю. Используйте овердрайв. А, мощнее. Используйте овердрайв. Да мы настолько круты, что нам никакой овердрайв не нужен, наверное. Нормально. Тренировка завершена. Оценка отличная. Отлично. Бляха. Начинаю тренировку. Не-не-не. Первый раунд. Я не то, я думал там. Нормально. Ой, солнце. А, солнце. Нормально. Хорошо. Возьми гранаты и давай несу. Ты можешь переключаться между типами гранат на ходу в зависимости от цели. Пульт... типа лучший результат? Сейчас побьем. Так. Кидай сенсорную гранату! Ку. Нажми для выбора гранаты. А. Выстрели сквозь стену, чтобы поразить те мишени. Переключись на Эми, чтобы уничтожить дроны. А, стоп. Почему у меня не работает F? Удерживайте. А, все, понял. Свет. Эми. Эми, он сказал, да? Да, Эми. Эми, гранату и держи прицел для наведения. Эми, нажми для выбора. А, G. СКМ чуть такое. F. Может, сенсор нужно? Или что надо? Удерживайте G. Нажмите F. Оскол, наверное. Все ясно. Хорошо. Надо да привыкнуть еще к управлению. А, ну еще раз, да?
видимо. Начинаю тренировку по метанию гранат. Так. Смарт. Использую сенсорную гранату еще раз. Свет. Эми. Дальше G. Оскол, давай сюда. А еще что-то. Смарт какой-то. А, это знакомо нам. Ну-ка давай вот контакт. Еще контакт. Тренировка завершена. Оценка удовлетворительна. Не, давай еще. Начинаю тренировку. Я хочу на 5. По метанию гранат. Ну. Чего? А, нет боеприпасов. Может сюда? Ладно, пофиг. Ну, блин, что, охренели, что ли, Митчелл? Илона. Что за тёлочка? Киборг, наверное. Дохрена умеет, да? Как тебя зовут? Джидион, или, блин, я не знаю. Ух ты, нифига. Сколько пушек. Что делать? А. Понял. Что делать? А, дверцу надо открыть. Джокер, мы поднимаемся. Переключи симулятор в режим штурма. Подготовка режима штурм. Запускаю симулятор. 3, 2, 1. Старт. Я веду. За мной. Ага. Пользу овердрайв. А что там задержать дыхание было? Башку стреляй. Так, стоп. Никого не видно, блин, ни хрена. Так, это минус. Где еще? А, вон. Еще где-то. Ну, хоть так. Только два патрона как-то немного тупо. Ну, ладно. Так, сойдет. Ты автоматик есть, круто. Штурмовать. Захожу в кухню. Сейчас гренки используем. Так, контакт, оскол. Давайте оскол попробуем. Проверим ща. Я за тренировку головы считаются, интересно. Блин, ты мой фраг стырил. Да ты! Тогда нажал. А, это наш. Еще не пальнул. Так, подожди, да я. Так.
А, ну да, поэтому я и подумал, что там море. Мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код Альфа Зулу Танго. Вот принят. Что он сказал? Не послышалось ли он сказал? Роли! Да, Эми. Так, стоп, это не Эми. Эми, вот она. А как отменить? Я не хочу кидать ее. Ладно, пока с ней походим. Митчелл, используй штурмовой дрон. Погоди, там граната была. Ты, ух ты, чтобы... Да, круто, чтобы... Q вниз. И G вверх. Тут как-то плохо видно. Как будто 3D очки не одели, знаете, такая же двоится все. А кто-то еще палит. А, пулеметчик. Или ты тут еще бегал? Да ладно, что, козырьки не простреливаются? Ой, блин, случайно вышел. Подожди, я хочу снова дрон. Ладно, давайте. Смарт, контакт, оскол. Ну, давайте оскол первый и... Ой, ё-моё. А я не знал, что я настолько косой. Сенсор, давайте потренируемся. Так, и давайте сенсор, свет, Эмми. А, тут, в принципе... Ну, давайте свет. Давайте еще вот это. Оскол, смарт, контакт. Давайте контакт. Смарт. А, вот это классно тоже. Ладно, потренировались. Круто. С гранатами. Значит... значит, на... Ух ты. Фигаси. Значит... что хотел сказать? На Q. Это у нас свет и Эми. А, сенсор, свет, Эми. Круто. Очень круто. Сенсор, значит, и все... Это, значит, то, что против... Пророк, мы приближаемся к северной подъездной дороге. Нужна немедленная эвакуация. Против дронов на Q. Вас понял, Атлас 01. Транспорт на подходе. Не останавливайтесь. Резидента внутрь. Пусть на этот раз не облажайте. Конечно, не облажаемся. Бабах! Взорвется, да? Итак. Смарт, контакт. Оскол. А где боеприпасы-то взять? Ладно, сейчас мы сделаем вот то. А, М. У меня нет боеприпасов, чем я долбить буду? Или что делать надо? М, я знаю. А почему щит больше не работает? Я же нажал. Может быть, если только встать? Не, все равно не работает. Ну ладно. Странно. Подбит. Сразу бы так. Ух ты, что там за телочка? А, это мужик! Похоже, теперь у нас есть оператор. На каблуках мне показалось. Он готов к реальной работе. Ладно. Отлично, сынок. Я рад, что ты в Атласе. Нормально.
Эх, хедшот. Чё это такое 30, не понимаю. Немного не въезжаю. А, это типа... Не знаю. Четверочку у нас здесь. Ну, давайте улучшим что-нибудь. А, вот нам доступно. Активирует обнаружение гранат. Увеличивает здоровье. Вот это хочу. Люблю здоровушку качать. Еще на 25. Ящик. Какой еще ящик? Куда мне? Как мне его взять? Так, вот это отдача не нужна. Перезарядка. Увеличивает использование способности на 1. А чё, это же я даже игру не успею пройти, это все прокачаю. Ай, что такое? Тряска. При попадании сбивает. О, вот это классно. А чё надо для этого? Цена улучшения. Отдача, чтобы открыть отдачу, да? Вот это тоже классно. Ну ладно, начнем. Все. Так, назад и... А, значит... А, вот смотрите, что тут открывается у нас потихоньку. Какие-то экзо-улучшения, да, Все, Enter. Enter. После Кореи я думал, мне не подняться. Айронс дал мне цель, ради которой можно жить. Но войти в дверь — это первый шаг. Потом надо доказать, что ты пришел не зря. Первый шанс я получил через 2 месяца. 12 часов назад... На научно-техническом саммите в Лагосе был взят в заложники премьер-министр Нигерии Самуэль Абидоя. Нигер. Мы считаем, что это дело рук КВА, террористической группировки, которую финансируют бывшие чеченские сепаратисты. Местонахождение и личность ее главаря по кличке Аид по-прежнему неизвестны. Хотя причины похищения не ясны, оно явно продолжает серию приписываемых КВА нападений, имевших место в течение последних лет. Ваша задача – войти в контакт с командующим спецслужбами капитаном Аджани и обеспечить немедленное освобождение премьер-министра. Они думают, что умеют освобождать заложников. Мы покажем вам класс. Шевелись, Салаги. Да погоди еще. Нет синхронизации. Фига, блин, люди как настоящие. Да. Есть. Впечатляющие штуки. Ух. Не влюбись в эти игрушки. Все равно дело не в них, а в солдате. Гидеон, мои люди на местах. Мы готовы начать операцию по сигналу. Понял. Через 5 минут. Господи. Постарайся не угробить нас, салага. Вас понял. Да. Ну, кстати, вот Call of Duty мне, например... А вот самая такая, мне показалась такая... Ну вот, масштабная, это Modern Warfare, да, потому что там все-таки современная война так и прям переводится. Но здесь нечто другое, то есть там было больше масштабности, на мой взгляд. То есть, плохие русские, естественно, куда же без них-то, без нас. Здесь пока что я, ну, не вижу. То есть там, типа, грядет ядерная война внутри части. Что-то такое припоминаю. Нет, ну я не говорю, что это прям плохая игра, вот, где нет масштабности. Вот этой. Нет, просто я вспомнил. Пока что загрузка идет. По-разному что-то она идет, то долго, то медленно. Быстро. Ну все, давай, у миллиметрик остался. Почти загрузилось. Эх, трафик. Лагос, Нигерия, 2054, там что-то было написано. Магнитные перчатки. Пошел сигнал с дрона. Передаю. Было написано. Это еще. Дайте полетать. У нас
гости из КВА. Южная комната. Дрон с мини-бомбой был бы гораздо еще круче. Продолжаем движение. Ну, чтобы взорвался. Впереди конференц-зал. Это премьер-министр. Босс, смотрите, кто с ним. Уберем его. Наш приоритет, премьер-министр. Мы умрем. Недоумные и невинные. Вопрос лишь в том, когда мы готовы на землю Кавказа. Когда убийство ничего не даст. Ты ошибаешься. Вот так-то. Пророк, они убили заложника. Будем атаковать. Атлас 2-1, у вас все полномочия. Всем-всем, мы можем идти. 3 минуты до рубежа, Альфа, отчет пошел. Если мы ударим, они убьют меня. Да дай пушку-то, блин. Они все равно его убьют. Мы его вытащим живым. Давайте поживее. Ты пушку мне дай. А, у меня есть. Ну-ка, что это такое? Тип UMP, да? А это чё? А, ну это этот. Вот это давайте, чё-то новенькое, посмотрим.